Здравствуйте, уважаемые зрители! Всячески и разнообразно вас приветствую. В эфире снова видео Цидулки. На улице стоит очень жизнерадостное время года, и поэтому сегодня мы будем приводить в порядок нашу кожаную обувь. Сейчас я расскажу, как это делать. Нам понадобится мыло, хозяйственное, губка, хозяйственное, и руки, тоже хозяйственные. Итак, поехали. Для начала обувь нужно тщательно отмыть от грязи, пыли и неправильного крема, если вы таковым пользовались. Берем хозяйственную губку, которая стоит практически копейки и используется обычно для мытья посуды. Тщательно намыливаем ее и как следует оттираем грязь с ботинок. Делаем это так, как будто моем руки. Шнурки и стельки из ботинок перед этим лучше вытащить. Мыть обувь нужно только холодной водой. Горячей пользоваться нельзя, чтобы не испортить обувь. Можно даже намылить ботинки дважды и подержать в намыленном состоянии минуту-другую, а затем оттереть то, что еще не оттерлось, при помощи шершавой стороны губки. Отмыли. Вот и хорошо. Теперь сушим. Сушить нужно только естественным путем. Не надо сушить на батарее, на печке или другом источнике тепла. От этого обувь может непоправимо испортиться. Итак, ставим сухое место, набиваем газетами и оставляем сушить. Можно воспользоваться вентилятором, только не тепловым, а самым обычным, который можно купить в обычном бытовом магазине. Лучше всего оставить обувь сушиться на сутки или чуть больше. Нужно только время от времени менять газеты по мере того, как они впитывают влагу. Итак, когда наша обувь стала идеально сухой, напомню, должно пройти не меньше суток, приступаем ко второй части нашего обувного шаманства. Нужно обильно покрыть обувь хорошим, качественным обувным кремом. Не нужно брать дешевый крем от всемирно известного производителя No Name. Лучше взять крем какой-либо известной хорошей марки. Такой крем после нанесения впитывается довольно быстро. Для пущего перфекционистического эффекта можно подождать час-другой и нанести крем еще раз. А когда и этот, второй слой впитается, переходим к третьей, завершающей части. Для завершения нужно обильно набрызгать обувь водоотталкивающим аэрозолем и опять же оставить сушить приблизительно на 1 час. А когда этот час пройдет, можно смело идти гулять в этой обуви. Вот, собственно, и все. Приятного вам обуви ношения!